Никто даже, начиная с шестой команды, не смог прорваться в финальную десятку, в третий сегмент. Но сейчас пока... Еще раз этот момент. Судите сами. Формально, конечно, Хэмилтон может всегда сказать, что я пытался уйти с быстрой траектории. Мне кажется, что для этого уже было поздновато, мягко говоря. Тем более в двойном левом, и первая часть быстрая на спуске, как раз выход из Мергулья, в общем,